В связи с ухудшением погодных условий мы продолжили в период, когда наши дети временно не посещают школы и детские сады. Тем не менее, у родителей возникает масса вопросов по поводу того, как будут отрабатываться эти дни. Отработок в выходные дни у нас не будет. Весь материал будет уплотнен, и за счет этого уплотнения мы догоним программу. Для родителей, которые, к сожалению, не могут оставить деток дома и вынуждены посещать детские сады, работают детские дежурные группы. И наши садики обеспечены полностью и продуктами питания, в них тепло, есть вода и свет, поэтому родители могут не беспокоиться и в эти дежурные группы отводить детей, если нет другой возможности оставить дома ребенка. На сегодняшний момент в наших детских садах присутствует около 10% воспитанников, это те ребята, которых, к сожалению, не могут остаться дома по разным причинам.